земляки, блудные космонавты возвращаются в отчий дом. Она приходит сюда и ест клубнику со льдом. Она закрывает глаза, она шевелит губами и разрешает смотреть и даже трогать руками. Каждый готов согреть ее своим теплом, но она не любит мужчин, она любит клубнику со льдом. Да, кто-то делит с ней хлеб, а кто-то в поте лица обливает грязной водой тело ее из льда. Слезы текут с потолка, тает фруктовый дом. Приятного аппетита всем, кто любит клубнику.